Добрый кот, и мы продолжаем играть в игру под названием Car Parking. Сегодня мы будем тестировать вот эту машину до и после прокачки. Вот сначала она вот такая, я ее не прокачивал, только цвет был. И сейчас мы ее проверим. Старт, как обычно, играем на карте пустыня. Это наш стандарт. Единственная карта, где можно разогнаться. Погнали. Ух-ух-ух-ух-ух. Уже сразу же показывает свой уровень. Погнали. Погнали. Поворот. Едем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Погнали, разгоняемся. Какая максимальная скорость будет у этой машины. Разгоняемся. Так. Быстрее. 140 уже. 150 наберем. 150 наберем. Набрали 150. Наверное, у этой машины максимальная скорость 180 или 200. Не помню. 170 она набирает. Погнали. 180. Больше 180. 190. 200. Разгонимся. 200 набрали. И это не максимальная скорость. Так, въезжаем. Так. Погнали. 210. Обалдеть. 214, 215, 216. Так. Вот. Это да! Нас, конечно, всекло так-то сильно. Зада вообще нету. Ну, плюс она еще едет. Ну, конечно, да. Ну, давай дальше будем ее тестировать. Пока едет. Ну, явно, что она очень сильно поломана, как она едет, не знаю, у нее колесо торчит. Погнали. Ну, она уже набирает 120. Мне кажется, мотор ей, двигатель, точнее, ей явно не надо прокачивать. Ну вот, 170. Я максимально... Это не максимальная скорость. Ладно, заправку не поедем, хотя там можно было ее подлатать. Ну ладно, тогда едем. Так, ночь. Так, 190. Давай, 200. Мы набрали вроде бы 210. 200. Так, 202, 203, 204, 205. 206, 207. Тихо, поворот. Давай, дальше. Поворот мы все испортил, нет? Нет. Погнали. Разгоняемся. Блин, теперь вообще 190. Если бы, мне кажется, здесь были бы полицаи, и все. Меня уже давно бы остановили. Тихо, нет. О, она еще едет, тихо. Смог вырулить. Ну, примерно вы видели, как она едет, как она дрифтит, что с ней. Ну, а теперь мы будем смотреть, как она выглядит, когда я сделаю ей все. И кастомизирую, и добавлю тормоза, там, всякое. Увидимся через пару секунд. Ну и вот, прокачал я машину. Вот, можете видеть, как она стала теперь выглядеть. Изменила, и сейчас мы проверим, как она будет ехать. Ну что, ух, не так сильно-то. Ну что, погнали на этот раз в ту сторону. Поехали. Что? Так, 180. Так, погнали. Ох,
не засмотрелся я. 200 набираем. Заносит ее, как господи, как она летает! Как она летает! Что это сейчас было с ней? Не понял. Я вообще не понял. Погнали. Снова. Опять надо скорость набирать. Опа. Сколько? 200 надо разогнаться. Давай, машина, быстрее. 200. Набирай 200. 300 надо было. Ну, я 300 уже не смог набрать. Погнали. 200-300. 240. Поворот. Фух-ху-ху-ху-ху-ху ты ж. Бензина нету. Она едет. Она без бензина едет. Она едет без бензина. Надо заправиться. 2000. Он же еще недавно 1000 стоил. Давайте. И еще $5 надо отдавать. Ладно. Въезжаем. Ух, что это? Ничего не видно. Погнали. Поворот, 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 поворот. Ай-я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 й. Нет, 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 нет. Что с ней там цело? Да, целая, она еще на удивление целая. Ну, вот тут помята. Одна вмятина. И она не так уж сильно и видна. Погнали. Фух. И вмятина, когда я вот в мод заезжал. А так, в принципе, вмятинка небольшая. Хотя, ладно, большая вмятина. Но для меня это маленькая. Тихо. Опять надо $5. Я лучше поверну. Ничего себе, что за сальто было сейчас. Ох. Ну, тут явно все плохо. Ну, теперь точно надо ехать починиться. Это заправка. Мне нужно починиться. Он вроде бы там. Да, все-таки надо было на пустыне оставаться. Да, вон где-то там. Ну вот это уже не вмятинка, это уже вмятище. Куда она сюда? Хорошо, что хоть рядом. Тут починить можно, опять не врезаться бы. Это надо. Тихо. Классно. В одно и то же место. Одно и то же место махнулось. Все. Аллилуйя, почини. Всё. Теперь как новенькая. Хотя она и так новенькая. Я села за нее. Минуты 3 играю. От силы. Ну что, погнали. Опять. Я эту карту знаю наизусть. Ну, может, некоторые пути не знаю, а так да. Здесь минус торговаться плохо! Фух. Сейчас было жестко, но нет. И вот как отсюда выбираться? Да, вот так вот, да-да-да-да-да-да, погнали. Наберли. Наверное, в следующей серии буду испытывать я BMW. Это могу уже точно говорить, что бэху буду испытывать. Так, там дальше пути нет. Поехали сюда. И тут сейчас разгонимся. Если сейчас попадаю в какую-нибудь аварию, ну прям в жесткую, то тогда буду, наверное, видео заканчивать. Так, так. Так, и вот тут вот. Ничего себе. Но тут я уже явно никак не поднимусь. Даже повороты не работают. И походу уже во втором видео подряд по карпаркингу приходится заканчивать на грустной ноте. Всем спасибо за просмотр. С вами был Добрый Кот. Всем удачи и пока-пока.